ты ему поможет. Ну что, девочки, где Новый год отмечать будем? Конечно, в Ереване. Да, конечно, в Москве. Вообще-то родственники в Ереване. Мы армяне, у нас везде родственники, а в Ереване, кстати, поменьше. Из Каганец Хайре, Хайрен Хосумен. Пап, что она сказала? Ты мне и скажи, Карина, что она сказала. А в Ереване нету снега. А в Москве завались. Папа, в Ереване наша кухня, долма, шашлык, коньяк. Да, папа, как жалко, что у тебя гастрит. Я сказала Ереван. Я сказала Москва. Ереван. Москва. Ереван. Москва. Ереван. Москва. Стоп! Ты, Софа, полетишь в Ереван и отметишь Новый год там. Ты, Карина, останешься в Москве и отметишь Новый год здесь. Вам ясно? Папа, ты? Я поеду в Доминикану и отмечу Новый год там. Я тоже хочу в Доминикану. Я тоже. Папа! Пап! Эй, привет, это лайфхак от нашего Тика. Наверняка вы спросите, почему я такой радостный. Да все потому, что я взял себе кредит. Кредит я взял. Охренеть. А что ты? А ты не охренел? Что я орёшь, что я себе машину хочу? Ты сейчас запустил слишком много ошибок в слове шуба. Да я вообще-то хочу сделать себе подарок на Новый год. Конечно, это же твой год, крыса. Надо, твой год же заканчивается, а свинина. Свинина. Сволочь! Ничего! Карина, говорила мне надо! Ты ходи замуж за Каринчика, красавчика! Спасибо, Джана. Не за что, дорогой, меня там подожди. Короче, ты мне надо, я ухожу нахрен! Это мои деньги! Я верну! Когда? 31 февраля! Походу, я да, выпендривался. Привет, Мэйки Сау. Я в Ростове-на-Дону встретила клиенточку одну. Не выражайся так, мало ли кто как поймет. Угу. А чё, как тебя красить-то будем? Может, как рэпершу? Боюсь, эта коллаборация, как у Тимати и Гуфа, зайдет. О, давай накрась меня как паре. Слушай, как паре тебя твой муж накрасит. Один разок приди в час ночи, такой Хабиб в нем проснется. Слушай, а ты же армянка. Да. Поэтому делаем восточный макияж. Сочные красные губки. О! Получается, как этот страшный клоун из Оно. Видела его? А что, дома зеркала нет? Восточная стрелочка. Так, а в Ростове куда сходить можно? Так, фонтан, набережную, музей Северокавказской железной дороги. Какой дороги? Северокавказской. О, туда мы идем. Завершаем. Восточные богатства в студию. Что ты ржешь? Браслет покажи. Ай, молодец. Всем привет, это Лайфхак от Ашотика, спецвипуск. Вы, наверное, спросите, какого черта нас так давно не было. Дело в том, что моя жена в край совсем охудела. Она похудела на 80 килограмм. Скажи 85. 85. Молодец. Спасибо. Во-первых, она начала носить мои вещи. Я извиняюсь, а где вообще твои вещи? Во-вторых, у нас дома постоянно нет еды! Где хавка? Но есть один огромный плюс! Биг стала слабее! Батаруш, у меня сиськи больше, чем у тебя! Вот видите, изи, вообще ни хрена не чувствую! Спасибо, мам! Да, выпендривался! Алло, сегодня в 7, спокойно, без паники. Что делать, что делать, что делать, что делать? Эпиляция, хайдромассаж, ботокс, что есть? Все есть. Все и сразу мне, быстро. И усики. Да. И... Ну, говорите. Конечно. You can leave your head on. Алло. В смысле, получается? В смысле, завтра? Брови тоже убираем? Все. Под ноль. Я передумала. Вместо пакистанки я буду делать египтянку. Стоять!
Глаза красим в сине-фиолетовый цвет. Блин, а прикинь, ты реально родилась бегетянкой. Ага, и лежала бы в саркофаге. В четырехместном таком саркофаге. А еще я бы лежала бы в большой пирамиде со своими маленькими пирамидками. Черная порномерия, сутаномерия. Гуи делаем золотыми. Все должно быть дорого-богато. Зачем ты пернула здесь? Ты не могла на балконе пернуть? Захотелось. Ты знаешь, что у меня есть слезы детей олигархов? Для каких-то непонятных целей рисуем шрам под глазом. Это Лэ, любовь. Это буква Бузовой. В принципе, готово. Кстати, ты похож на Клеопатру. Ага, только у нас есть одно отличие. Чтобы жить с ней, мужчины были готовы отдать свою жизнь. А в моем случае наоборот! Всем привет, это Лайф Акаташа Тика. И сегодня я вам расскажу, что делать, если твоя жена в бешенстве. Ненавижу, что хоть тупой, что мои носки розовые, сами голову не мастила. Сосед Коля! Слишком сосед Коля, с какой же головой, как и носки, как и такой. Здравствуй, Коля, здравствуй. Давай футбол посмотрим. Коля, Коля, футбол началось. Блин, сейчас будет коленочка, да? Коля Джан, водка, ты любишь, манго, маракуйя, все как ты любишь, Коля Джан. Коля Джан, ты на фирме проголодался, а? Пусть, замокой, на, тепли, держись, тепли. Блин, я так арбуз люблю. Жалко, у меня аллергия на него. Лайфхак дал всем, ёпта! Коля Джан, я тебе долг на следующей неделе отдам, хорошо? А. Эй, я что-то не понял, какой нахрен долг? Как идёт сэр, пацанушки, как заткнуть Ашотика? О, встретись.